платья красивые продаются. Мне нравятся расцветки у них. Но они дешевые, 15 евро в основном платье стоит здесь. Угу. Вот такие блузочки. Ткани. Вообще хорошая промышленность. В Румынии мне нужна ночная рубашечка на бретеле. Хочу какую-то тонкую поискать. И чтобы был хлопок. Какую-нибудь простую. Так. Трусишки, майки. Ребятушки, мы на овощном базаре в Бухаресте. Бухарест большой город, что-то найти проблематично. Ну вот оказались на базаре, покажу вам цены на фрукты. $1 5 лей, по 13. Абрикосы 10 везде, помидоры можно вам по 5 купить хорошие. Яблоки, а это не актуально. Всякие луки. Мы хотим купить черешни. Мы здесь уже абрикос наелись, абрикосы есть много. Крупные, красивые абрикоски. Ну, по 10 вот. Но я уже покупала даже по 5 ванештов. По 6, по 5, по 8. Вон какие крупные, хорошие по 13. Я покупала по 10. Огурчики. Огурчики по 9. Перчики. Вот такой сейчас бухарестский рынок. На остановках метро, прямо на выходе, все время продают тоже абрикоски. 10 это 2 евро. Получается 80 гривен на наши деньги. Ну, конечно, такие абрикосы в Киеве не купишь. А если купишь, то по 200 гривен. Тут 10 хорошие. Черешенка, персички. Персики уже вкусные, хорошие. По 10. Самое интересное, что у метро тоже было по 10. Вот 40 лей. Это 40 лей, это 8 евро. Получается. Ну, малина красивая, крупная. 30 есть, да? Ага, хорошо. Так, вот такие цены. Видите, магазинов здесь почти нету. Он немножко с мясом. У нас обычно в таких магазинчиках вторые этажи все заняты, все продают. Тут почему-то не продают. Друзья, всем большой привет. Мы только что выехали из Бухареста, едем на Констанцу. Хочу поделиться с вами впечатлениями о Бухаресте, о том, что мы там видели, слышали. Бухарест красивый город, очень напоминает Киев. Но есть ряд неудобств, которые мы испытали. Вы сейчас удивитесь очень, но нет маленьких магазинов, таких, как мы привыкли в Киеве, на каждом углу, в Будапеште. Это я говорю не о центре города, там никто не рассчитывал, что будут какие-то там ловчонки. Но тут в основном крупные торговые сети, и цены здесь зашкаливают. То, что в Украине стоит рубль, здесь стоит 2. То, что в Будапеште стоит рубль, здесь стоит 2. То, что в Праге стоит рубль, здесь стоит 2. Точно так же можно сказать и про Испанию. Цены очень высокие. Мы почти не покупали продуктов, покупали только овощи и фрукты на базаре. Ну, цена, в принципе, такая, как у нас, может быть, чуть дешевле. Ну и товар получше, потому что его меньше везут. Есть местный товар. Черешня крупная, абрикосы очень крупные. Но сказать, что они такие сладкие, прям как у себя с дерева, нет, не могу сказать. В общем-то, мы немножко разочарованы, потому что там, где мы жили, супермаркет был в 10 минутах ходьбы. Ехать проблематично. Остановиться где-то в городе очень сложно. Поэтому мы передвигались в основном метро, и мы потратили там мешок денег. Ну, примерно 15 гривен человека или 3 леи. Мы очень потратили много денег на проезд, потому что нам приходилось часто заходить и выходить из метро.
Там очень запутанное метро. Там несколько линий всего, но очень тяжело найти нужный вход и выход. Бывает такое, что нужно переходить через этажи или спускаться вниз. В общем, разобраться там очень сложно. У нас в Киеве разобраться, ну, расплюнуть. Заходишь в метро, если там где-то есть развязка, нужно перейти, там тебе стрелочками покажут, куда перейти, на какие остановки. Тут же головоломка. В общем-то, мы с трудом научились ориентироваться в метро. И, конечно же, нам помогали местные жители. Но этого было мало. Мы потратили много времени для того, чтобы разобраться. Ну и, конечно, тяжело то, что магазинов нету рядом. Даже взять какой-то вот микрорайон, да, у нас обязательно будет, в каждом доме будет магазин, парикмахерская. Здесь мы видим только одно – дентал. Импланты. На каждом углу импланты. В лучшем случае парикмахерская. То ли они не покупают продукты, так как мы каждый день. Я не знаю, почему так. Я не видела ни одного в Бухаресте овощного магазина. Вот мне не попадался он в пути. Не подъезжающий к Бухаресту, мы на дороге зашли в небольшой магазинчик. Я увидела там овощи, но они были вне кондиции, поэтому я не покупала. В основном румыны скупаются или на базарах, которых мы тоже, для того, чтобы поехать на базар, мы исколесили весь город, еле объяснили, что надо. Я писала переводчики, чтобы меня направили туда, где есть хоть что-то, что продается. Допустим, небольшой вещевой рынок. Как у нас на каждом углу, на каждом повороте. У нас с этим нет вообще проблем. Я не представляла, что такая проблема может быть в какой-то стране. Вот нигде мы такого не видели, как здесь. Полнейшее отсутствие магазинов. Но есть крупные торговые сети, в которых люди отовариваются. Что меня удивило? Значит, меня удивило, что здесь продается вода, и она стоит, как крыло самолета. Маленькая бутылочка воды, 350 миллилитров, стоит ровно столько же, сколько стоит большая 5-литровая канистра. Ну и как вы понимаете, выходишь из дому, нужно 3-4 часа быть где-то в городе, и хочется попить, не будешь покупать 5-литровую канистру, покупаешь маленькую бутылочку. Мало того, что она стоит там 4 леи, как большая канистра, еще нужно платить пол леи за тару. Значит, таких мест, где бы можно было эту тару легко сдать, мы не нашли. Поэтому мы просто выбрасывали бутылки, ну, в те контейнеры, которые предлагались для пластиковых, ну, отходов. Что еще удивило? Значит, открываются бутылки здесь странно. У нас так не открываются. Пробочку откручиваешь, и бутылка открывается, а пробочка в руках не остается. Она висит на бутылке. Она сделана так, что пробочка не будет нигде валяться. Это очень хорошо и удобно и для меня, как для потребителя, и для сохранения природы. В магазинах не продается... ну, какая-то сумочка, какой-то кулек для того, чтобы нести еду. Все приходят со своими сумками. Это тоже делается в целях экономии природных богатств и против засорения природы. Но с другой стороны, мы, например, как приезжие, мы не взяли с собой, мы не носили по городу кулек, а нужно было на обратном пути покупать продукты. И получается так, либо ты кулек этот в жару несешь в кармане, либо купить его проблематично. И это я говорю о больших торговых сетях. Здесь на каждом углу Carrefour. Carrefour не самая лучшая сеть для покупателя. Цены там достаточно высокие. Lidl неприятно удивил. Значит, еще неприятно удивило то, что здесь очень плохо с заправками. Вот кажется, да, все писали в интернете, что здесь много заправок на каждом углу, что вы можете зарядиться газом. Прежде чем выезжать, я позвонила в какую-то фирму, узнала, какой нужен переходник, чтобы заряжаться газом. Ребятушки, проезжаешь 10 заправок, газа нет, есть только один этот вот Петрол, у них это бензин. Есть дизель, тут многие ездят на дизеле. Проезжаешь километры для того, чтобы через вообще... Здесь проезжаешь сотни километров для того, чтобы заправиться. Потому что есть заправки, в основном они по одной дороге, по одной стороне, и ты не можешь развернуться,
быстро для того, чтобы заправиться. Нужно очень ехать долго вперед. Обозначений на дороге почти нету. Вот, например, из Брашова до Бухареста мы ехали 200 километров, там дорога, ты не можешь с нее съехать, ты не можешь остановиться, ты не можешь сходить в туалет, нету нигде остановок, негде заправиться. Ну, а если я захожу на заправку, то там что-то купить проблематично. У нас в Украине на заправку ты заходишь в глухом селе, там продаются круассаны, бутерброды, какие-то вода, еда, которую ты можешь там же разогреть. Там есть автоматы с кофе. В общем-то, ты можешь сходить в туалет, помыть руки, дезинфицировать. Это создает неудобство для путешественника. Поэтому это не очень нравится по сравнению с Украиной. Надеюсь, что моя информация будет для вас полезна, ребятушки. Пишите в комментариях, какие у вас впечатления. Мы, конечно, все-таки зарядились. Нам пришлось покружить и понервничать, пока мы заправились. Нашего бака хватает нам на 360 километров газа. Здесь с газом проблематично. Мы сейчас остановились на дороге. Зашли вот в эту пиццерию, поели тут очень вкусную пиццу. Сейчас я вам покажу туалет, который примыкает к этой пиццерии. Ну, вообще, это не только пиццерия, это ресторанчик. Там есть и другая какая-то еда. Ну, мы заказали пиццу, это недорого, быстро и вкусно было. А теперь смотрите, та-та-та-там. Вот для девочек. Свет, видно, сам включается. Смотрите, какая здесь красота. Просто дворец. Дворец. Сенсорное включение. Все очень чисто, приятно пахнет. Прям цивилизейшн. Друзья, мы сейчас остановились в небольшом торговом центре, который прямо на дороге. Сходили в пиццерию. Я вам показываю пиццерию, туалет только что. Но прежде чем туда пойти, мы хотели найти обычный супермаркет, какой-то гастроном, чтобы купить покушать семечек, орешков, воды. То, что в дороге необходимо. И вы знаете, вот огромный торговый комплекс, просто он на квартал. Здесь очень много зданий всяких, ни одного гастронома, ничего. Вот вы можете здесь купить вот все от трусов до зимней шапки. Здесь представлены почти все бренды, которые известны. И нет ни одного супермаркета. Я просто в шоке, я не понимаю, почему так. Сейчас звучит музыка, YouTube меня может забанить, поэтому приходится подключать свой голос. Вот. Ну, интересные здесь магазины, может быть, тут и недорого. Он находится прямо на трассе, этот комплекс. Но извините, чтобы воды негде было купить, конечно, можно было купить и в ресторане. Пицца, кстати, там была очень вкусная. Но цена там в ресторане зашкаливает. Вода в магазине дорогая, а тут вообще в ресторане в 3-4 раза дороже. Вот видите, здесь такой вход, вот такой вот комплекс. Пума есть, что хочешь есть. Нету только обычного гастронома, в котором купить воды или что-нибудь покушать. И это все тянется на квартал. Вот так вот везде в Румынии, как мы заметили, в маленьких городах есть небольшие магазины. Вот мы были в Анештах, так понравилось. Там все есть, и базар шикарный, все хорошо. В Бухаресте вообще. Нужно искать только Carrefour или Lidl. Все остальное, оно не работает.